Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня 6 мая, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании FIBA Group. Начинаем с валютной пары евро-доллар. Цена доллара США формирует графическую фигуру, восходящий треугольник у основания рынка. Паттерн считается разворотным, но нельзя исключать и пробой его нижней границы. Ослабление котировок пары сопровождалось сокращением объемов торгов, указывая на преимущество покупателей. Волатильность торгов продолжает увеличиваться, но и сегодня может оставаться повышенной. Пробой сопротивления 1.1120 может послужить торговым сигналом на покупку актива. Переходим к паре фунт-доллар. В данный момент времени тестируется на пробой поддержка 1.3120. В случае пробоя уровня существует высокая вероятность дальнейшего снижения цены актива. Открытые интересы и объемы торгов существенно выросли, указывая на преимущество покупателей. Волатильность торгов существенно увеличивается, но все еще остается ниже среднего показателя за полгода. Следующей короткой целью может послужить уровень 1.3050. Сейчас перейдем к паре доллар США – канадский доллар. Наблюдаем гэп на сегодняшнем ценовом графике. Существует риск закрытия гэпа в среднесрочном периоде. Ослабление котировок пары сопровождалось снижением открытого интереса и объемов торгов, указывая на преимущество покупателей. Волатильность торгов остается на прежнем уровне, однако сегодня возможен рост торговой активности. Дальнейшее укрепление котировок возможно в случае пробоя сопротивления 1.3480. Сейчас перейдем к событиям сегодняшнего дня. Основным макроэкономическим событием сегодняшнего дня будет выступление главы Банка Канады Полоза. Во время выступления возможен рост волатильности по парам с канадским долларом. На этом у меня все. Благодарю за внимание. Оставайтесь в фокусе с компанией FIBA Group.